Всем привет! Сегодня у нас идея ужина, и на ужин у нас макароны по-флотски. Сейчас будем готовить. Сегодня у нас будут макароны по-флотски. Для этого нам понадобятся, ну, конечно же, сами макарончики. Фарш у меня здесь 350 грамм. Две луковицы, морковка, черный перчик и соль. Водичку под макароны я уже поставила и приготовила сковороду. Сейчас нам надо будет порезать кубиками лучок и натереть морковку. Овощи я измельчила. Вы не думайте, что это очень много лука. Во-первых, каждая хозяйка готовит по-своему. У каждой есть свой рецепт, даже таких же макаронов по-флотски. Из-за лука будет намного сочнее и вкуснее. Не будут сухие макароны, а лук он практически не будет чувствоваться. Ну и отправляем овощи обжариваться. Лук и морковку обжариваем не сильно, так вот, чтобы просто они потеряли цвет, чтобы обесцветились. Помешаем. Вода на макароны закипает, и я ее подсаживаю. Поджарку добавлю немного перечной пасты. Она у меня острая, я ее чуть-чуть добавлю. И ложку томатной пасты. И все перемешаем. Пусть обжарится. Водичка у нас закипела, и я высыпаю макароны. Я насыплю, наверное, полпачки. Их будет достаточно. Я макароны не варю. Сейчас вот вода с макаронами закипит у меня. Покипит минутку-две, я выключаю и накрываю крышкой. Они доходят сами. Помешиваем зажарку. Макароны начинают закипать. Их надо помешивать, чтобы они не приварили ко дну. Красивая зажарочка получается. Что-то у нас там плавает. Вытащить. Сейчас покипят макарончики минутку-полторы, накрою крышечкой и выключу. Здесь у нас дела нормально, ничего не горит. Сейчас скоро будем добавлять фарш. Макарончики уже покипели минутку. Сейчас крышечкой накрою и выключу. Стоит. Таким образом макароны никогда не переварятся. Видите, они еще кипят у меня под крышкой. А теперь добавим фарш в зажарку. И мне его надо будет подсолить и поперчить. И все помешаем хорошо. Теперь все доводим до готовности. Макарончики еще раз помешаем. И пусть еще постоят. Макарончики наши готовы. Сейчас я их солью и промою в холодной воде, чтобы они не были такой вот склизкие. Сливаю в трошлаг. И промою холодной проточной водой. А теперь промытые макарончики добавляем к зажарке.
все перемешиваем. Вот такое аппетитное блюдо у нас получается. А теперь до готовности доведем. Накрою сверху небольшой тарелочкой и крышкой. И на 5 минут пусть доходит. Немножко уменьшу газ. Прошло 7 минут. Макароны по-флотски готовы. Вот такой красивый, сытный и вкусный ужин у нас будет. Понравился вам рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра, и всем пока-пока.